Всем привет, дорогие друзья, с вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Сегодня я вам расскажу о провокационном видео, которое будет касаться iOS 14, почему ее не нужно устанавливать. Итак, дорогие друзья, хочу сказать за iOS 14, да, принесли какие-то новые фишки, да, там она своеобразно новая, но... У меня всегда большое «но» на этого iOS 14. Почему я сразу сказал, я не буду ее устанавливать? Потому что она очень жрет много оперативной памяти. То есть сама по себе. Хоть даже пройдут все беты и все остальное, она будет пожирать. Потому что вот эти вот все папочки, смарт-папки, которые здесь устанавливаются, виджеты, точнее смарт-виджеты, вы сколько их натыкаете, это будет как те самые виджеты, которые у нас находятся вот здесь. То есть, чем больше их будет натыкано, тем больше они будут как бы работать. Но они работают по факту тогда, когда мы их перелистываем на экран виджетов. Но, поймите, то, что у вас будет на рабочем столе, это будет жрать вашу оперативную память. Это будет убивать вашу батарею. Как бы они это не оптимизировали. Да, это новая фишка. Да, это красиво. Да, это что-то новое. Да, это новое введение. То же самое App Library, тоже эти умные папки сортируются. Опять же, это все криво-косо, но своеобразно. Siri. Siri это круто переделано. Замечательно, никаких нареканий здесь нет. Звонок точно так же замечательно. Смахивайте вверх, он у вас будет отображаться. А вот здесь, где время, так само вы можете на него тыкнуть. Оно будет здесь, и как бы все это классно, круто. Это есть давно на андроидах. Это классная фишка. Дальше. Картинка в картинке, звонки. Вы теперь можете пользоваться в любых приложениях и общаться с человеком по FaceTime. Это круто. App Clips. Это новая фишка по NFC, по QR-кодам. Вы можете быстренько скупляться, брать какие-либо вещи в прокат. Очень классно, круто. Точно то же самое. Офлайн переводчик, автоопределение языка и так далее. Ну и точно, что прорекламировали нам с BMW. Можно делиться ключом, либо же просто его сохранить и открывать авто через NFC. Опять же, это новые технологии. Но хочу вернуться к тому, что не ставьте iOS 14. Она жрет много оперативной памяти и будет жрать. Потому что эти виджеты постоянно будут в онлайне на ваших рабочих столах. 1-2, как вы там оставите. Будет просто пожирать. Это раз. И точно так же из-за этого будет пожирать батарейку. Я не знаю, чего они добиваются. То есть, особенно на старых устройствах, это будет просто беда. Это я не знаю, как это исправить. Поэтому я не советую вам ставить iOS 14 бету, релиз. Она будет просто ужасная. Будет пожирать память, будет пожирать вашу батарейку. Вспомните мои слова. Я вам не рекомендую, поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях, какая у вас сейчас iOS и какой вы используете iPhone. Всем пока!